Предприятие «Бресту-Болгаз» сегодня представляет собой разветвленное и технически оснащенное газовое хозяйство с большим коллективом, объединившим всех газовиков области, располагающие развитой материально-технической и инженерной инфраструктурой. Обо всем этом на практических занятиях узнали учащиеся инженерных классов 20-й школы и 2-й гимназии. Это для нас впервые, что сейчас нашу территорию посещают школьники. Мы покажем им все о нашей работе, довольны. Интересное все. У нас на территории имеется полигон, где можно отрабатывать аварийные ситуации, другие какие-то более приближенные к реальным ситуациям. Мы надеемся на дальнейшем, что это будет у нас традиция и будет школьников становиться больше уже, которые захотят свою, как говорится, карьеру продолжить на должности инженера, инженер-строитель и продолжить к нам прийти в наше управление «Брест-Облгаз», работать непосредственно, стать газовиком. После вступительной части и просмотра видеофильма про соблюдение техники безопасности ребята с представителями «Брест-Облгаза» совершили небольшой экскурс по предприятию, где смогли узнать, как должен выглядеть рабочий, какие этапы должен пройти, прежде чем выйти на линию. После знакомства с процедурой допуска совсем юные инженеры отправились по территории предприятия, а именно на учебный полигон, где им подробно рассказали и показали, как устроены павильоны и макеты, каким образом организована работа по обучению работников предприятия и студентов Брестского политехнического университета. Вообще важно, чтобы ознакомились они с практической частью работы инженерных специалистов, потому что они представляют, что нажал на кнопочку и все выскочило, но на это же работают до сих пор тысячи, миллионы, десятки миллионов людей. Это же не так все просто. Поэтому, ну и какое-то переключение с одного места на другое, это тоже как бы важно. Я с самого начала рассматривала либо инженерию, либо дизайн, но склоняюсь все-таки больше к инженерии. Экскурсия была, правда, очень интересной, она дала мне много информации, было очень познавательно для меня. Да, она наталкивает меня теперь на мысль стать инженером в области газа. Данная практика для меня показала условия труда тут, показала комфортность, безопасность, дала вообще понятие мне о данных профессиях и очень заинтересовала. Такого рода экскурсии – это еще одно подтверждение того, что только практические занятия совместно с грамотными специалистами и руководителями способны рассказать о той или иной профессии в полной мере. А самое главное – привлечь и заинтересовать молодежь и убедить сделать правильный выбор.